Петровна. А ты Денис? Да. Так точно. Денис Денисенко. Так точно. Григорьевич, естественно. Понятно. Реш... Я знаю, это мой сын. Да. Мне очень похож. Не в обиду. У нас и группа крови одинаковая, все. И характеры такие же. Отец у нас такой же заведенный. Ну, расскажи, сейчас, собственно говоря, что происходит? Сейчас? Ко мне приехали родители. Как было заранее договорено. Мы встретились, нас сейчас проведут на автовокзал. Дальше нам зеленый свет, Донецк и на родину обратно. А на родину куда? Украина, Киевская область. А как получилось, что здесь оказался? Ну, получил ранение. После ранения ваши пацаны, опять, хоть и говорят, там, говорят, что они там плохие, там все такое. Я такого не заметил абсолютно. Ко мне по-хорошему отнеслись. Спасли? Да. Первая медицинская помощь, потом вторая. Ну, то есть сначала остановили кровь, потом зашили, потом в больничку положили. Отношения довольно-таки не как военнопленному, абсолютно. А где произошло вот ранение получил? Возле Марьянок. А когда это было? В субботу. 18 число, я считаю. А там что было? Перестрелка или что? Мы сопровождали колонну, чуть малеха съехали с пути, заблудились или как это сказать. И попали под обстрел. Ну, там в результате обстрела так, я получил ранение. А тебя одного взяли? Я один остался жив. А можно маму рассказать? Мама, расскажите. Я скажу большое спасибо, что меня сильно спасли. Спасибо. В общем, у меня слов нет, ничего не могу выразить. А расскажите о том, что, ну вот какое было представление о том, что вот сын попал в плен, что с ним будет, и как вам позвонили? Вы знаете, мы очень переживали за все. Нам позвонили, сказали, что ваш сын в плену, приезжайте его забирать, раненый, да. И все, мы сказали, что мы думали, какой-то выкуп будут брать или что. Сказали, ничего не надо, мы его так отдаем. Спасибо большое. Я теперь буду благодарна на всю жизнь. А удивлены были, что вот так вот решили просто? Вы, не, конечно, удивлена. Вы что? О чем вы говорите? Мы тут одни террористы. Нет, такого, все, такого мнения нет, мы даже такого не думали. Что если их беру, забирают, чтобы они шли воевать? Так они у нас что хотят? Люди, не одно. Да, совсем другие информации. Здесь совсем другое. Сюда приехал, попал, я бачу довольно, ну, вижу, нормальные люди. Такие же, как и мы, абсолютно. Ничем не отличаются. А наши видите, бросили их и все, и в кусты. Хорошо. Отца спросим тоже несколько слов. А что рассказывать? Не, ну, что, ну скажите, сказать? Действительно... Я благодарен чисто по-человечески. Я благодарен людям. Людям спасибо. Спасибо людям.